Девятая миссия. Эскадра смерти. Итальянский конвой. Капитан, вопреки предположительным операциям Соединенных Штатов и Британии в Средиземноморье, итальянский ВМФ продолжает снабжать Северную Африку, посылая конвой из Италии и Сицилии в оккупированный Германией Тунис. Сейчас, когда второй корпус армии переброшен на восток от места высадки, они соединятся с корпусом Роммеля. Сегодня твоя задача перекрыть германскую поддержку. У нас есть точные разведданные об итальянском конвое, который будет переправляться из Палермо в Тунис. Это будут 7 тяжело нагруженных итальянских и германских грузовых кораблей, включая транспортные суда и танкеры. Караван будет сопровождаться итальянским ВМФ, а именно 4 эсминцами и легким крейсером. Наступление дня будет означать прекращение операции для обеих сторон. Таким образом, вашему дивизиону нужно отправляться, чтобы успеть завершить задание до наступления дня. Разведка будет сообщать вам об изменениях по мере получения сведений. Доберитесь до точки перехвата с максимально возможной скоростью и уничтожьте как можно больше грузовых судов. Военные корабли могут стать более привлекательными мишенями, но грузовые корабли важнее. Вы должен все рассчитать и перехватить караван прежде, чем он войдет под защиту пушек и авиации Туниса. Запомните, каждый солдат, танк и снаряд, который будет уничтожен, уже не будет более использован против наших ребят. Ваши корабли должны быть оборудованы новыми надводными радарами, оснащенными сканерами поверхности. Эта технология дает возможность нацеливаться на корабли с больших расстояний, даже ночью и при нулевой видимости. Дисплей гораздо более удобен к восприятию, чем на старых кораблях. Когда он работает как передатчик, вы должен уметь использовать это с выгодой для себя в борьбе против итальянцев, которые только сейчас стали устанавливать радары на свои корабли. Удачи, капитан! Место сражения — Сицилийский пролив между Палермо и Тунисом. Отведенное время — одна ночь. Задание — потопить 40% вражеских грузовых судов. Погода ясная. Главные цели — потопить 100% вражеских судов. Это вторичная цель, если быть точнее. Потопить 50%. Ну, короче, вторичную цель я не буду выполнять, поверьте, это не так уж просто. Судно у нас нового класса Бенсон. Я не помню, я читал описание? Да, это я читал. У нас судно класса Бенсон, но улучшенный радар. Погнали. Так, поскольку мы действуем под прикрытием ночи, ну, пока что закат, но мы как раз пока приплывем, будет уже ночь. То есть ночь наш союзник в этот раз. Так, установить строй на траверсе. Диспозиция изменена. Так, равняться диспозиция на флагман, изменена. Погнали. Есть полный вперед. Вперед на корпус. Есть, сэр. В принципе, тут особо смотреть нечего, погнали. Все, наступила ночь, это как раз то, что нам надо. Нам нужно все сделать до рассвета, потому что когда начнется рассвет, они нас увидят и откроют по нам огонь. Но у нас есть преимущество в бортовом оборудовании, радиолокационная станция, которая обнаруживает надводные цели без зрительного, так сказать, контакта, да? Вот, поэтому именно этим под прикрытием ночи мы и должны воспользоваться. Стоп, машина! Есть, так, сэр! Давайте немножко скорректируем. Вот так вот. Стоп, машина! Есть, сэр! Есть вперед на треть корпуса! Так, прибыли вот в пункт назначения, сэр! Стоп, машина! Есть, сэр! Вот здесь вот будем ждать наших гостей. Построение, кстати, колонна у нас какая? Я вроде строй устанавливал на траверсе, но что-то... Диспозиция изменена. Ага, во, все. Вот сейчас вот здесь вот пойдет конвой. И нам нужно будет ударить торпедами и добить пушками. Вижу новый объект, сэр. С безопасной дистанции. После этого сразу вижу драпать. Вижу новый объект, сэр. Так, вот вижу они. Вижу новый объект, сэр. Вот они плывут. Сэр, новый наземный объект на радаре. Так, цели, можно сказать, любые. Не, ну, в принципе, нет, только военные. Черт, уже, кстати, рассветает. Что-то они долго плывут, друзья. А что так светло-то стало? Что-то они долго... У нас, сэр, не... новый наземный объект у нас на такими темпами не будет преимущества-то, ну. Есть обороняться от красных, сэр. Так вот, сэр, они. Новый наземный объект на радаре. Вижу новый объект, сэр. Так вот они плывут. Ну я не знаю, увидят они нас, нет? Что-то светло больно, мне это не нравится.
Вижу новый объект, сэр. Вижу новый объект, сэр. Атаковать будем транспортники. Вижу новый объект, сэр. Так, в принципе, можно уже производить выстрел. Так, давайте. Сейчас я даю команду всем, кто куда будет стрелять торпедами. Запуск торпеды. Так, этому торпеду. То есть мы таким накроем. Таким сплошным, я бы сказал, веером торпед. Запуск торпеды. Есть торпедная атака. Вот, и добьем пушками. Вот, чтобы они произвели выстрел, корабли должны двигаться. Запуск торпеды. Кстати, я не помню, я указывал торпедную атаку или нет. Давайте... Есть торпедная атака. Перепроверим, чтобы, не дай бог, а то я что-то не помню. Вдруг я кому-то из пушек обычных дал команду стрелять. Запуск торпеды. Так, ну что, поплыли. Поплыли? Брон вперед. Есть, сэр. Они нас, по идее, видеть сейчас не должны. На полной скорости понеслись. Выстрелим, и сразу надо разворачиваться и уходить в обратную сторону. Блять, они не туда поплыли. Блять, ребята, ну куда вы поплыли-то, ё-моё. Так, меняем курс. Вижу новый объект, сэр. Так вот, в другую сторону. Вижу новый объект, сэр. Торпед нет, торпед нет. Так, первый... Торпед нет, первый... торпед нет. Закончились торпеды. Так, я надеюсь, своих кораблей, сами себя-то не подстрелим. Вижу новый объект, сэр. Так, два корабля отстрелялись. Торпед нет. Торпеда, сэр. Торпед нет! Так, три корабля отстреляли. Три корабля отстрелялись. Вот остался последний, который еще не производил выстрел. Торпед нет! Так, торпед все корабли торпед отстрелялись, нет. Отходим. Закончились торпеды. Все. Так, стоп, давайте пока остановимся. Пускай торпеды уйдут. Стоп, машина! Есть, сэр! Блин, вот эти торпеды сейчас в мой корабль попадут. Пипец. Брон вперед! Есть, сэр. Блять, торпеды, сука, стоять. Стоп, машина. Есть, сэр. Экстренный задний ход. Есть, сэр. Блять, вот этот корабль сейчас точно попадет под раздачу. Блять. Торпеда сейчас в него попадет. Пипец. Стоп, машина. Есть, сэр. Брон вперед. Есть, сэр. Так, разворачиваемся. Может быть, проскочит он. Так. Этот корабль вроде уйдет из-под торпед. Сейчас вот этот попадет под торпеду. Не хватало, самих себя подбить, друзья. Это будет жопа. И вообще мы слишком близко к ним находимся. Да стой ты, сука, стой. Все, сам есть, свой же эсминец сейчас потоплю. Замечательно просто. Так, этот эсминец я потерял, тогда отходим. Свой же корабль потопил. И весь залп ушел впустую, считай. Не понял. Смотрите, как-то они разминулись таки все-таки. Смотрите, торпеды все-таки не задели мой корабль. Удивительно. Я даже не знаю, как так вышло. Так, уходим отсюда. Блять. Фронт вперед. Есть, он задом плывет не в ту сторону, сука. Блять, как близко мы находимся к вражеским кораблям. Так, уходим. Так, все, вроде бы разминулись, да? Не столкнется никто. Так, ну вроде ушли, торпеды запустили. Сейчас останавливаемся. Так, давайте, значит, установить строй, сделаем на траверсе. Ну, в принципе, он и так на траверсе. Стоп, машина, есть, сэр. Так, давайте немножечко развернемся вот так вот. Сейчас будем стрелять уже из пушек, добивать. Попадание в цель, сэр. Так, вот торпеды идут. Попадание под обстрел. Попадание в цель, сэр. Цель уничтожена. Так, по нам, кстати, видно пальбу. По нам видно пальбу. Так, срочно тогда открываем тоже пальбу ответную. Обнаружена неисправность, сэр. Попадание в цель, сэр. Капитан, мы достигли цели. Открыть огонь. Так, нужно найти самый поврежденный корабль и его обстреливать. Вот этот поврежден. Открыть огонь. Прибыли в пункт назначения, сэр. Стоп, машина. Есть, сэр. Торпедами мы только один корабль уничтожили, к сожалению. Цель уничтожена. Так, этот уничтожили. Дальше атакуем вот этот сильно... Снижена по техническим причинам.
сильно поврежденный тоже корабль. Так, у нас будут потери. Понятно, что какие-то из эсминцев я потеряю. Так, мы уничтожили 20% кораблей. То есть нужно еще два торговых корабля уничтожить. Вот тяжело поврежденный корабль. Так, один эсминец я потерял. По нам тоже, к сожалению, стреляют. Так, мы уничтожили еще один торговый корабль. А, все, друзья, смотрите, 40% торговцев должно быть уничтожено. То есть сколько, получается, 3 корабля достаточно уничтожить, чтобы завершить миссию. Сейчас нужно просто отсюда драпать, уходим. Диспозиция изменена. Фронт все, уходим. По нам стреляют. Попадание под обстрел. Сука, да не стреляйте вы по ним, ёб твою за ногу. Прекратите огонь. Уходим, просто уходим. Сейчас столкнуться я чуть-чуть. Все, потопил 3 корабля. Просто уносим ноги, и миссия завершена. Надо еще уйти живым, кстати говоря. И все так просто. Ну все, ушли. Вот, но миссию не завершить, пока мы не покинем вражескую территорию, поэтому... Ходим на полном ходу. Есть, сэр. Потерял я один эсминец, но миссия-то завершена. То есть я мог потерять хоть все корабли. Все 4, но если я выполнил миссию, то она будет засчитана. Потопили, короче, 3 транспортника. Ну, они в погоню за нами не кинулись. Но они в этой миссии, по-моему, вообще, в принципе, не кидаются в погоню. Достаточно отплыть на безопасную дистанцию, и все. Пока мы еще не ушли в безопасное место. Ну, такая, как бы, атака из засады была. У нас своеобразная... Блин, чё как? Время не ускоряется поблизости где-то вражеские позиции. Уходим. То есть мало завершить миссию, надо еще унести ноги, как говорится. Это любой миссии касается. То есть нельзя завершать миссию возле вражеских сил. Ты должен быть в безопасности. Он, зараза, что-то... Время не ускоряется, то есть... Где-то вражеские позиции, походу. Я не могу завершить... Все, я выжил в миссии. Миссия пройдена. Всем спасибо, всем пока.